Всем привет! И сегодня я стал Моргенштерном на 24 часа. Так что давайте приступать. Так, ну и вот, ребят, мы уже возле нашего трепхауса. Так, давайте я вам покажу свой гараж. У меня здесь стоит вот такая ламба или что, я не знаю, что это. Ну и даже на Кадиллак это не сильно похоже. Вот, ребят, так что напишите в комментариях, как вы думаете, что это за машина. Так, ребят, я вот хотела здесь с LGM записать клип. Сейчас нам его надо здесь по дому найти. И как раз я вам покажу, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть душик, да, вот такой вот туалетик, наверное, есть. Или это не душ, я не знаю, короче, что это. Так, давайте я следующую комнату посмотрим. Да, вот, ребят, это уже душ. Вот, здесь у нас можно купаться. Вот, это такая душевая вот здесь вот. Здесь у нас какая-то раковина, не знаю, бумага здесь есть, воронка. И также вот такой вот туалетик, ребят. Дальше это у нас, ребят, это баня. Да, ребят, это у нас баня. Так, давайте дальше пойдем. Что у нас здесь? Вот лестница здесь есть. Также вот такой вот огромный телевизор. Камин вот такой вот тоже прикольный. Стол там, где мы кушаем все, да. Вот, давайте тогда дальше пойдем. Здесь тоже, так, здесь вот выход из бани. Или вход, не знаю. Так, давайте пойдем на второй этаж и поищем нашего LJ. LJ, ты где? Ладно, ребят, будем искать. Так, вот здесь вот у нас спальня. Да, вот здесь находится спальня. Там терраса. Так, пойдемте дальше. Так, вот, идем в следующую комнату. Следующая комната, это у нас тоже какая-то спальня. Не знаю, зачем нам еще одна. Но раньше у нас здесь жил Слава. Сейчас он куда-то уехал. Да, думаю, вернется. Так, это тоже какая-то душевая. Да, вторая, наверное, или третья, не знаю. Так, здесь у нас вот крюк есть, типа душ. Так, здесь мы уже были. Так, ребят, идем дальше искать нашего Леху. Так, ну я не знаю, где он. Ай, я ударился. Так, блин, где же он может быть? Так, стоп, ребят, я проголодался, пока его искал. Сейчас надо... Ой, сейчас, ребят, нам надо что-то взять. Так, что я возьму? Возьму тушеные грибы. Да, ребят, вот схаваем их и пойдем дальше искать нашего LJ. Я вообще не понимаю, где он находится. У нас осталась эта комната. О, Леха, ты здесь? Опа. Так, хей, бро, я сейчас закончу делать новый проект и приступим к клипу. Принеси, пожалуйста, похавать. Так, окей, LJ, окей. Так, ребят, давайте ему принесем. Что ему принесем? Сейчас, ребят, с вами выберем. Так, принесем ему тортик, возьмем еще 4 яблока и спрайтик. Да, так, стоп, и спрайтик возьмем, да, ребят. Все, давайте сейчас ему принесем это все. Вот, все, на, кушай, будем записывать клип. Так, вот твой тортик. Так, сейчас яблочки, вот яблочки и спрайтик. На, бери и недолго, пожалуйста. Так, ребят, я его уже жду здесь полчаса, 30 минут. Давайте посмотрим, что он там делает. Так, Леха, я не понял, ты еще до сих пор не доел тортик? Ты чего? Ом. Все, я его доем и все, пошли снимать уже клип. Нам осталось 10 минут. Давай, Леха, пошли, пойдем. Фух, ну и вот, ребят, мы сняли с LJM клип. Думаю, он вам понравился, так что поставьте лайк, подпишитесь. Ну а с вами был Фриз, и до скорых встреч. Пока-пока.